Сугробы за, чиновники против. Реакция на снежный флешмоб, когда уставшие от завалов новосибирцы и мечи расписали сугробы фамилиями мэров, оказалась ожидаемой, но разной. Фото омского сугроба с ярко выраженной гражданской позицией с подписью «За Двораковского» появилось в соцсетях вчера. Но продержалась она недолго, сугроб оставили, а надпись убрали. Остались даже видны следы краски. Эта куча снега находится на одной из улиц амурского поселка, далеко от центра, но, судя по всему, чиновники мэрии ее заметили. А вот в соседнем Новосибирске на подобную акцию отреагировали диаметрально противоположно. Убрали сам сугроб, а не надпись.